Все хорошо, мой хороший, не переживай так. Великая страна, любимая Англия, великая, великая страна, Англия, великая, футбольная страна. Италия великая, наша держава. Идите отсюда. Илюха, кто победит? Англия. Ты уверен? Да. Какой счет будет? Ну, в пользу кого? Включаешь? Да. Я тебе верю. Ну, если нет, то... Ну, эх, ты! Посмотрите на этих англичан. Просто, бля. Италия! Италия! Англия! А мне 27. Подожди! Вот таджикичан. Открывай шампанское. Таджики могли открывать шампанское. Давай, 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 давай. Долго для сторис, слишком. Все, поехали! Блядь! Ой, ебать! Ой, неприятно! Три пенальти, сука, подряд. Вы Англия или кто вы, блядь? Англия, пожалуйста, в следующий раз, пожалуйста, играйте! Италия, сука, лучшие, лучшие! Да, я сказал. Ну что, Ильич, поздравляю нас с тобой. Меня с плюс 50к, а тебя с минус 50к. Спасибо. Это у него с днем рождения. Я знал, что Италия выиграет. Я специально... кинул знак. Это, да, это мой подарок тебе на день рождения, помимо моего основного подарка. Я завтра залью, надо смонтировать наши реакции на пенальти. Тебе, у меня это другой, пиздец. С другого ракурса это тоже, я тоже хочу смонтировать. Это пиздец. Надо, завтра в сторис будет. Да, если что, я наигрывал специально, чтобы... Как он меня ебет, это... С днем рождения, бро! Сегодня и эту победу! Италия, я дарю тебе! 50 тысяч твои! Гарик, а вы сосите, сосите!